Дэнс, и никого вроде рядом нету. Если я одну пачечку съем, никто и не узнает. Ой, как вкусно! Вкусновато, но маловато. Еще бы одну пачечку. И, наверное, еще одну. И еще, и еще, и еще, и еще, и еще. Вот, теперь я наемся. Нужно скорее вернуться домой. Что? Куда делись мои конфеты? Сейчас как наемся своих конфеток. Ох, и наелась я своих конфеток. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же болит животик. Ой, что это? Что это? О нет, у меня скидывал стрянка. Господи, мне нужно в больницу. Ого, вот это да. Тут, наверное, делают пересадку сердца. А вот здесь, наверное, делают чистку легких. А мне нужны уколы. Ой-о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 й
Фух, ребятки, ну вроде прошло. Никогда не кушайте так много конфет. Подписывайтесь на мой канал и всем пока! Эх, так кушать хочется. Дома ничегошеньки нету. А тут вон сколько продуктов. А что, если я сворую еду? Меня никто не увидит. Я засуну под рубашку и убегу с магазина. А теперь бежим! И куда это мы бежим, гражданочка Мишковна? Ой-ой-ой. Смотри, птичка. Где? Где? Вот негодяйка, провела меня вокруг пальца. Ну, держись теперь, воровка. Остановись, воровка. Фух, ну вроде оторвалась. Неужели меня нашли? Неужели меня посадят? О, нет, нет, нет. Ну что ж, гражданочка, возвращайте товар, иначе мы вас посадим в тюрьму. Вы нас слышите? Это не я украла. Не садите меня в тюрьму, я очень кушать хотела. По закону собачьего патруля я обязан посадить вас в тюрьму на 3 года за то, что вы воруете. Вы плохо себя вели, Машенька, и за это вы будете наказаны. О, нет! Вы, Машенька Медведевна, будете сидеть здесь, пока не осознаете того, что воровать нельзя. А это 3 года. Прощайте, Машенька. Больше вас никто не увидит. Всем привет, ребята. И сегодня мы со Скай хотим устроить крутой пранк для Маши. Да, и для этого мы купили огромный-огромный костюм привидения. Вот он. Я не уверен, что у нас все получится, но если мы все сделаем правильно, Маша будет разыграна нашим пранком. Поехали! Сейчас, как мы видим, Маша сидит в туалете, и мы хотим испугать ее, когда она будет выходить из него. И так как Маша сидит в нем очень-очень-очень долго, мы успеем надеть костюм и подобраться к двери. Итак, приступим. Берем наш костюм привидения, надеваем его на Скай. Итак, у нас уже все почти готово, осталось посмотреть, что там Маша делает еще. Все отлично, мы видим, что Маша еще на месте, так что у нас есть время подойти к ее двери. Ты готова, Скай? Угу, я готова. Правда, тут тесновато немножечко, а так все нормально. Ну и отлично, погнали разыгрывать Машу. Итак, ребята, мы на месте, готовимся. Да, да, мы видим, что Маша, она уже выходит, внимание. Да уж, ребята, мы такого точно не ожидали. Это просто крутой пранк. Да, Скай? Если честно, я сама в шоке. Сама испугалась её крюком. А на этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте обязательно мне лайк
и ждите новых пранков для Маши. Всем пока! Привет, Плявочка! Как у тебя дела? Ахаха, Гонщик, а чего это ты поешь? Ну, привет, мой Гонщик, как же у тебя дела? Да настроение хорошее, вот и пою. А у тебя там что в руках, а? Ты про что? А, ты про это? Так это же пульт управления квадрокоптером. Ты что, не знаешь? Ну, слыхал я, что такое квадрокоптер. Летающая какая-то тарелка, да? Ахахахаха, Гонщик, это же квадрокоптер. Там такие вертушки, и он летает с камерой. Сейчас я прилечу на нем, смотри. Ого! Ой, то есть, да какой-то он у тебя не очень. Вообще, криво как-то летает. Как он так летать может? Какой-то он плохой. Где ты его вообще взяла? Ой, Гонщик, завидуй молча. Где взяла, там уже нету. Все, пока. Нет, ну вы видели? Вот жадина. Нужно ее проучить. Сейчас покажем ей, как это летать на квадрокоптере. Сейчас полетаем! У-ху. Машенька, домой кушать! Ну и классный у меня квадрокоптер! Иду! Мама, я скоро! Я пойду сейчас покушаю, а потом мы будем снова летать! А вот и мой шанс напакостить Маше! Правда, пульта нету. Ну ничего, и без него справимся. Где мой малыш? Куда он делся? Я же только его купила. Что же мне делать? Блин, как же мне его найти? Может, он улетел случайно? Наверное, улетел. Что же делать? Нужно подумать. Ну вот, теперь у меня есть свой собственный квадрокоптер. Осталось только пульт ему где-то купить. И будет все круто. Ребята, я, кажется, знаю, как решить нашу проблему. У меня на пульте есть кнопочка. Возврат домой. Это если ваш квадрокоптер потерялся, он сам прилетит домой. Ко мне, любимый мой. Так что давайте нажмем и будем ждать. Ой. Что это такое? Куда он летит? Остановись! Ого, Гонщик, а что ты там делаешь на нем? А ну живо отпусти меня. Это я украл твой квадрокоптер. Отпусти меня быстро. Быстро сказал. Это ты украл мой квадрокоптер? Негодяй такой! Я тебе это не прощу. Не буду тебя спускать. Летай себе в воздухе. Что? Нет, Машенька, пожалуйста, отпусти меня. Прошу тебя. Прошу. Нетушки, лети себе. Нет. Будешь знать, Гонщик, как воровать вещи. Плохой. Маша. Что случилось, Гонщик? Давай рассказывай. Ты не представляешь себе, что я нашел, Маша. Ну и что? И что же это? Ты знаешь, что у нас за городом есть подземные катакомбы? Нет, Гонщик, я же даже не знаю, что такое катакомбы. Я даже не была за городом. А ну рассказывай быстро, что же там такое? Катакомбы – это вырытые пещеры под землей. А в них есть такое. Пошли, покажу. Тебе нужно видеть это. Ну пошли скорее, чего же ты ждешь? Ну вот мы и пришли, Машенька. Видишь, как тут красиво? Какие тут кристаллы. Я не знаю, для чего они тут, но они такие красивые. Ничего себе! Вот это да! Какие они все большие. А вот есть розовенький. Наверное, для меня. Не знаю, в общем, Маша, но тут так круто. А ночью тут такой красивый вид. Ты бы знала, они все светятся. Таким ярким светом. Ой, Гонщик, осторожно! Ой! Ай! Что это такое? Не знаю, наверное, такой же кристалл, но очень больно он ударил по головке. Раз он упал, значит, нужно его посмотреть. Не надо упускать такую удачу. Гонщик, но мы ведь не знаем, можно их трогать или нет. А если он какой-то радиоактивный или еще чего? Руки отпадут у нас и все. Да ладно тебе, Маша, что ты такая трусиха? Ну вот, и что, Маша, кристалл себе как кристалл. Ничего в нем такого. Господи, Маша, что это было? Ты видела? О, господи, Маша! Видела, Гонщик. А ты на себя теперь посмотри, что с тобой теперь. А
что со мной не так? А, Маша! А, что это со мной такое? Помоги мне, Маша! Что делать, Маша? Я позову на помощь! Жди меня, Гонтик! Я скоро вернусь! Стой! Не бросай меня тут одного! О боже, Гонтик! Что с тобой такое? Меня Маша позвала! Сказала, нужна срочно помощь! Я даже не думала, что все будет так! Привет, Скай! Мне так плохо! Зато я научился делать так! Смотри! Опа! 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 И все! Вот это да, Гонтик! Как это тебя угораздило так? Из-за чего это все? Да вон он лежит, виновник торжества. Ненавижу его. Вот это да, Гонщик. Это же обсидиан. Самый проклятый и самый страшный камень на земле. Он делает такие страшные вещи. Его нельзя трогать. Никогда и ни в коем случае. Как ты мог его тронуть? Тебя разве не учили в школе щенячьего патруля, что нельзя трогать такие вещи, а? Я прогуливал эти уроки. Ну вот теперь нам придется лететь к магистру, и он будет тебя целый год лечить от этой болезни. Сам виноват, Гонщик. Пошли давай. Эх, пошли. Супер-щенки, вас помощь зовет. Ребята, нас ждет трудное задание. Нашу любимую Машу арестовали, она сидит в темнице. И нам нужно ее освободить. Только мы сможем это сделать. Это как раз для нас. Мы сумеем ее спасти. Так, Гонщик, вечно ты лезешь куда попало. Нужно сначала придумать план, обдумать действия и только потом освобождать Машу, а не лезть сразу всем. Так, ребята, давайте только не ссориться. Мы все сможем, мы команда Супер-щенки! Да, мы Супер-щенки! Ну все, ребята, за дело! Ну что, Машенька, ждешь своих друзей? Они тебя никогда здесь не найдут, пока я не получу свои денежки. Ты плохой, Мишка! Они обязательно меня спасут! Они найдут меня! Только меня! Ты плохой, Мишка! Я не люблю тебя больше! Ты, Маша, только можешь, то и плакать! Только плачешь и плачешь, плачешь и плачешь! Нюня! Гонщик, ты только посмотри! Вот же оно! Это его убежище! Да, точно, Скай! Посмотри, какая бронированная дверь! И вокруг мины лежат! Что будем делать? Я не знаю, Гонщик. Давай, решай. Ты же мальчик. Мальчики всегда решают проблемы. Тогда я взломаю эту дверь своей суперсилой. Осторожно, Скай. Эх, тянем, тянем, потянем, тянем. О да, я это сделал. Гонщик, ну ты даешь. Аккуратней нужно быть. Ой, все, Скай, я знаю, как нужно. Лучше бы спасибо сказала за то, что дверь открыл. Неблагодарная такая. Все, пошли Машу спасать. Надоело уже. Да, ты прав, пошли. Супер-щенки всегда помогут. Всем стоять на месте. Руки за головы. Вы арестованы. Как вы меня нашли? Как вы? Это невозможно. Я сдаюсь. Не арестовывайте меня. Прошу вас. Ты, Мишка, хоть и умный, но плохо шифруешь коды доступа. Мы вычислили тебя. Так что все, теперь ты арестован и обязан отпустить Машу. Ты нас понял, Мишка, негодяй такой. Да, конечно, я понял вас. Я все, всех отпущу. Правда. Ура, Маша, ты теперь свободна. Выходи давай к нам. Спасибо вам большое, ребята. А то этот двойник Мишки, плохой который,